Смешной стишок не бывает идеальных. Не бывает идеальных ни народов и ни расы. Каждой группе населения, ну хоть что-то да не так. С точки зрения лягушек, все французы пидорасы. А корейцы пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев пидорасы были греки. А троянцы пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов, так и сгинуло навеки. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под незыблемым девизом «Все уроды, кроме нас». Натуралы утверждают, будто геи пидорасы. А копнешь под натуралов, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить особый, очень маленький народ. В нем сплошные пидорасы с точки зрения всех народов, потому что у природы должен быть громоотвод.